Co o tom mělo? Hele. Prosím. Раз. Работает? Как бы.
этом мое единогласное решение судьи и победителем в данной весовой категории стал Зелалетдинов Самат, город Нижнекамск. В ринг приглашается старая пара Сабанаев Никита Нижнекамск, Пахмач Артем Найдичевый. Приготовится третий парень, Конфединов Ислам Чумы, Хабибулин Арслан Казань. Вторую пару обслуживают боковые судьи Рыжиков и Смогилов Казань. Рок. Спортсмены работают три раунда по одной минуте. Спортсмены середины. В этом районе дуэла преимущество победы одержал Сабанаев Никита на Нижнекамск. Афонов Олег, Шевчукнов вместе с Анарвами. Thank you.
В этом бою неприятно превысил победу одержал Хабибулин Аслан, город Казань. В ринг приглашается четвертая пара. Ильясов Арслан. Владимир Челыс-Крисик Константин Нижнекамск. Четвертую пару обслуживает рефери Нурыгинов Марат. Боковые Исмагилов Ильдар. Боковые судьи Рыжиков, Павлевичев, Казаев. Давайте, сегодня, которые сидели, какая-то.
Украина. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Скрицкий Константин Сушников. Thank you.
В этом упорном бою единогласным решением судей победу одержал спортсмен из синего угла Ялалов Рафаэль, набережной Челны. В ринг приглашается шестая пара Симонов Никита Альбинев, Нурмухаметов Тимур Бугульма. Шестую пару обслуживает. Милеков. Казай. Исмагилов. Thank you.
Thank you.
В этом упорном бою с раздельным решением судей победу одержал Симонов Никита, город Олегинск. Еще! Нога! Нога!
В этом бою единогласным решением судьи победу одержал Мужковский Александр. Альпинист. Чуть-чуть бокса на арфанет.
ваш краш чогось бачить. Все, берем и там. Просьба вступить.
собраться у главы семейского стола. В этом упорном бою единогласным решением судьи победу одержал Лукулин Карим, город Казань. Смена судейской бригады. Боковой судья Казань. Садиров Руслан. Фирсов Роман. Марат. Thank you.
спортсмен на середину. В этом бою, ввиду явного преимущества, победу одержал Рахимов Манучев. Город Альмитис. В ринг приглашается 10-я пара мужчин раздел «Фулл-контакт». Добрый вечер, друзья. Или Исмаилов Ильдар. Приглашается 10-я пара мужчины, раздел «Фулл-контакт». Формула боя 3 раунда по 3 минуты, 6 ударов ногой за раунд. Спортсмены, заходим в ринг. Приготовиться 11-й паре. Кустудинов Ильяс, Альметьев Исмагилов Артур, наверное, человек. Мужчины 6 ударов.
красного флага. Секундантный красного флага. Thank you.
спортсмены лицом к рингу. В этом бою с разделением решения судьи победу одержал Виктимиров Алмаз. Меньшин Альберт. Thank you.
спать без вина. Сам начинает работать, получается. Когда ждет, дает успевать атаку. Подвигайся!
В этом бою с раздельным решением судей победу одержал Исмаилов Мартон. В ринг приглашается 12-я пара Коржанов Искандер Казань, Арсланов Тимур. 12-ю пару обслуживает рефери Нурудинов. Боковые Рыжиков Андрей. Меньше на пен Санара Фамин. Олег, без Санарова Олега, судья Казахи. Вот что у нас сами будут. Да, как себе отстранить. Да и ладно, нормально.
Thank you.
Внимание, пока вы судите на рейтинг. Внимание, пока вы судите на рейтинг. Красному углу за недобор ног в третьем раунде минус балл. Красный угол. В этом упорном бою единогласным решением судей победу одержал Арсланов Тимур, город Мурманск. В ринг приглашается 13-й пара Никоненков Руслан Альметьевич. Весовая категория 90 кг.
После этой пары приготовится мужчина раздел К1, 14-я пара, весовая категория 51 килограмм, Русена Шантанович, Мусин Данил, Мельниканский.
в этом упорном поединке звание чемпиона Республики Татарстан весовой категории 91 кг в разделе полуконтакта мужчин занял Николай Руслан Алиев. В ринге разделом К1 мужчина. 14 пара, весовая категория 4,5.
палец обьют. В этом упорном бою звание чемпиона Республики Татарстан в разделе К1 в весовой категории до 63,5 завоевал Гусейнов Шуркан, город Омск. Пятнадцатая пара обслуживает. Рейтинг Фирсов Роман. Боковые Рыжиков Андрей, Меньшин Альберт, Санаров Олег. В ринг приглашается 15-я пара. Хаитов Алина, набережные Челны. Шейгин Эдуард Казань. Приготовится мужчина в полуконтакт с Лоудником. Весовая до 71 килограмма. Халдиев Рустам Казань. Атаманов Влад Амитовский. Стоп! 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 Сто
Thank you.
В этом упорном бою с раздельным решением судьи звание чемпиона республики Татарстана в разделе К имени весовой категории до 67 килограммов завоевал Хаитов Алим Алимов. Заключительная пара мужчин по контакту Тихон весовать до 71 килограмма. Халбиев Рустам Казань, Атаманов Влад Альметьевич. Так что спортсмены, спокойно. Thank you.
Милюков нет. Милюков нет, зайдите место бокового судьи. В ринге у нас заключительная пара. Калмиев Рустам Казань. Атаманов Влад Альбинович. Thank you.
Спасибо на середину. В этом бою регулярно превосходство победы одержал Халбиев Рустам, город Казань. На этом наша программа закончена. Спортсмена приготовиться на награждение минут через 15-20. Будет награждение. Уходим все в спортивной форме.